Теперь хорошо, конечно. Да. Где можно было живое? Если ты еще видел, что Коля спросил, где то я хочу ходил. Не столько у меня 6. А там случайно не подписывается? Конечно. Там что у нас 5 все равно. Сложность, короче, тоже что-то хорошее. Ты постоишь под этим. Там кто-то меня был послал и все. Да, верно. Но я нападаю. Да, да. А поэтому нужно купить его в наверное, должна быть ничья, да. Нет, скорее точно игра ничья. Нет, я почему-то сделал, что почувствовал, что придется играть очень долго, когда последовал результат по 6 копейки. Да. Я по 6 начал слушать, что боялся, что придется. Что самое обидное, что показать все равно. А за 5 же 6 белые не белые? Белые? Могли, да, но может быть... Постоянно их 5. Это не так сильно. Постоянно их 5 не успевал. Вставай. Не, ну я, конечно, я почему уже не сразу понял, да. Можно было по-разному. Позиция на редкость, если я потерял совсем не чувствуется. Такие лайки. Ассоциация с тем, что Миксич топал за Санандо. Похоже, тоже фишка в этой. Владимир, за 15, не знаю. Я просто не понял. Мне казалось, что уже 5 логично, уже 5, уже 4 перестроился. Не, ну понятно, что у тебя был выбор. Выбирай, кстати, если бы я не ни разу не чувствовал, что было совсем. Да, здесь игровая. Да, я потренировался. Я потренировался в защите. Я тут еще не... Я еще тут не защищался, вот решил потренироваться. Перед турниром. Надо же. Я в каждой пасеке в портрете проводил. Все особенно белое, я еще не чувствовал. Ну да. Я как раз пытался тебя поставить. Там сложно, что с помощью сотрудников. Белых обидеть там не просто.